смирении. С вами Слонопотамбу просили: «Расскажи нам о смирении». Мастер сказал: «Бойтесь ложного смирения, где самость играет в игры добродетели, одергивая свое естество. Этот путь дает миру особенных гордецов. Не пытайтесь беспричинно умолять себя, но старайтесь видеть величие Бога в каждом мгновении, в каждом человеке, и сами собой умолитесь. Ибо подлинное смирение возникает лишь тогда, когда малое лицезрит великое». С вами Слонопотамбу спросили: «Что мешает нам быть счастливыми здесь и сейчас?» «Два разбойника – ожидание и сожаление», – ответил мастер. О самой сути. Однажды во время личных бесед к свами Слонопотамбе ворвался посетитель и сказал: «Я проделал огромный путь, чтобы встретиться с тобой. У меня нет времени стоять в очереди, у меня нет времени на пустые разговоры. Я жажду просветления. Пожалуйста, передай мне самую суть учения». Слонопотамба внимательно посмотрел на него и сказал: «На пути к спасению позаботься о том, чтобы позади тебя никого не осталось».